вечер, ребята. Кар-кар-кар. Сегодня мы смотрим с вами продолжение сказки «Царевна лягушка». Да. Ой, вот и Филипп пришел. Здравствуйте, тетя Таня. Добрый вечер, ребята. Каркуш, привет. Кар, Филя, интересно, кого ты с очком-то ловить собрался? Да. Водяных жуков или пиявок? Нам с Хрюшей очень хотелось рассмотреть головастиков. Ой. Они такие быстрые и веселые. Ну и много вы их наловили? Ни одного. Как вы думаете, почему они все пропали? Да потому что они все превратились в лягушек. Кто же их в лягушек заколдовал? Никто. Дело в том, что головастики – это дети лягушек. Да. Ну, они на лягушек совсем не похожи. И тем не менее, это так. Вот посмотри на рисунки. Ранней весной лягушки откладывают воду икринки. И вот внутри каждой икринки будущий головастик сидит. Солнце греет, икринки растут и превращаются в крохотных головастиков. Филя, Филя, сначала у них растут задние ноги. А только потом передние. Ну, а как же хвост? А он становится все меньше и меньше, а потом совсем исчезает. Да, вот так и превращается головастик в маленького-маленького лягушонка. Чудеса, как в сказке. Да, в природе много чудес. Эх, тетя Тань, а как же царевна лягушка? Ну, Филя, об этом мы узнаем из мультфильма. Но сначала давайте вспомним, как начиналась сказка. Да. Я начну. Было у царя три сына. И решили они себе невесту выбирать. Да, пустили они по стреле в разные стороны. Куда стрела упадет, вот там надо и невест искать. Да. Да. Стрела старшего сына упала на боярский двор. Стрела среднего на купеческий. А стрела Ивана-царевича в болото, да, к лягушке. О. Пришлось Ивану-царевичу лягушку в жены взять. Сыграл царь свадьбу и женил своих сыновей. А потом повелел сыновьям, пусть жены верные соткут в одну ночь по ковру. Давайте смотреть дальше. Давайте. Давайте, давайте. Что Иван-царевич голову повесил? Или горе какое? Батюшка велел тебе к завтраму шелковый ковер ему вышить. Не тужи, Иван-царевич. Лучше спать ложись. Утро вечера мудренее. И мантияйте, собирайтесь, как снаряжайтесь-то. Чего изволите, надо два ковра к завтраму вышить. Эй, дворцовые горничные, понедельничные и вторничные, собирайтесь-то, снаряжайтесь-то. Чего изволите, надо два ковра к завтраму вышить. Эй, девки сильные, ночные и дневные, собирайтесь-то, снаряжайтесь-то. Чего изволите? Надо два ковра к завтраму вышить. Эй, дед Кондрат, бывший солдат. Дед Кондрат, бывший солдат, по вашему приказанию явился. Thank you.
Ой, два, три. Эх, вы бравые ребятушки. Ой, два, три. Кабы тело не гудело. Ой, два, три. Дали дело, делай смело. Ой, два, три. Дали дело, делай смело. Ой, два, три. Муженек, а муженек, возьми-ка, муженек, ковер, что я твоему батюшке за ночь вышила. Доступай во дворец, пора. Ну, сынки, показывайте, что ваши жены нарукодельничали. Ковер неплох. Отнесите его на конюшню. Лошадей покрывать. Ну, покажи ты, сынок, свой ковер. А этот сене отнесите. Ноги вытирать. А что же ты, Ванюша, с пустыми руками пришел? Где твой ковер? Ну, что это у тебя? Ай-то лягушка! Это ковер! Чем коврам ковер? Сроду я такой красоты не видывала! Вот что! Сегодня вечером у меня во дворце пир. Так вы, сынки, с женами приходите. И мне свою привезти? Обязательно приводи. Твоя воля, батюшка. Иван-царевич, что ты не весел, ниже плеч голову повесил? Или услышал от батюшки слово неприветливое? Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я с тобой на пир пришел. А как я тебя людям-то покажу? Не тужи, Иван-царевич. Иди на пир один, а я вслед за тобою буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет. Тоже моя младшая сношенка не жалует. Или больно долго ей в уборы снаряжаться. Что ж ты без жены пришел? Да хоть бы ее в платочке принес. Где ж ты такую красавицу выискал? Я все болота исходила. Не бойтесь, честные гости. Это моя лягушонка коробчонке приехала. Дальше. Завтра, завтра продолжение. А сегодня мы прощаемся с ребятами. Ну ладно, до свидания, ребята, до завтра. Кар-кар-кар. Желаем вам спокойной ночи, друзья. Да.